К другим темам. Погодные условия вносят коррективы в график мостостроителей. Из-за резкого повышения уровня реки Терек они вынуждены вернуться к самому началу берегоукрепительных работ. А вот в Зольском районе наоборот, из-за низкой воды в седьмой Золке ремонт моста намерены закончить досрочно. Строительные площадки объездила Наталья Булат. Что послужило причиной внезапного подъема воды, подрядчики не знают. Но чтобы смыть временную дамбу, Тереку хватило буквально несколько часов. Восстанавливать ее приходится практически с нуля. Да и грунта, говорят мостовики, теперь надо в два раза больше. Русло реки отводят, чтобы оградить от воды один из берегов. Строителям предстоит полностью заменить конструкции дамбы. Русло реки отвели на левую сторону, чтобы здесь уже могли они свободно работать и ничего им в этом не мешало. Но они потом вернут? Естественно. После того, как будут сделаны работы, после того, как будут закреплены все опоры моста, обратно будет также все русло переведено сюда, на эту сторону. На капитальный ремонт моста из Дорожного фонда республики выделено более 15 миллионов рублей. Форс-мажор из-за бурного Терека сказался только на графике дорожников. Теперь работают и по выходным. В Зольском же районе низкий уровень воды. В реке Седьмая Золка, наоборот, позволяет завершить ремонт раньше срока. Хотя восстанавливать мост приходится именно из-за паводка. Стихия на объект обрушилась весной этого года. Главой республики Минтрансу КБР было дано поручение в срочном порядке изыскать средства на берегоукрепительные работы. Снесло бетонные перекрытия, правое откосное крыло было полностью разрушено, левое частично, и поэтому пришлось возводить новое откосное крыло, усиливать основание для предотвращения дальнейшего разрушения моста. Ремонт объекта казне республики обошелся в 9 с небольшим миллионов рублей. Мост через седьмую Золку соединяет две части села Шардаково и для жителей имеет особое значение. Школа расположена за речкой, и это единственный путь, по которому дети могут добраться до учебного заведения. Наталья Булат, Игорь Мигулин, Алим Нартоков, Вести, Кабардино-Балкария.